25 февраля вице-премьера правительства и министра ЖКХ Башкирии Бориса Беляева задержали правоохранители. Делом занимается первый отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета России по Башкирии. Чиновника подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, преступление было совершено в 2017 году, когда Беляев был главой администрации города Кумертау. Чиновник знал, что на очистных сооружениях в селе Маячном, построенных в рамках госконтрактов на общую сумму свыше 95 миллионов рублей, не были проведены пусконаладочные работы. Также не были предоставлены результаты исследований очищенных стоков воды, в связи с чем объект не был готов к использованию и оказанию услуг. Однако Борис Беляев утвердил акт приемки, введя его в эксплуатацию. Но при этом эти очистные сооружения до настоящего времени фактически не функционируют и не являются пригодными для эксплуатации. Таким образом, ущерб бюджету региона оценивается в сумму свыше 95 миллионов рублей. Сейчас Борис Беляев находится под следствием, а вопрос ему об избрании меры пресечения еще решается. Следственный комитет продолжает выяснять остальные обстоятельства преступления. Задержание чиновника прокомментировал в социальной сети премьер-министр Башкирии Андрей Назаров. Мне трудно комментировать это дело. Органы следствия у нас действуют независимо от региональных властей. Эпизоды, инкриминируемые Борису Владимировичу, относятся к периоду, когда ни я, ни глава региона здесь еще не работали. Надеюсь, следствие во всем этом разберется и затем суд поставит точку. Напомним, что в начале февраля был задержан глава регионального Минстроя. Рамзиль Кучербаев также обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. Сейчас чиновник заключен под домашний арест.